Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши подписчики. Вы на канале Росproperty, недвижимость Турции, Анталия. Ежедневно в аэропорту этого города-миллионника, который стоит на побережье Средиземного моря, приземляется огромное количество самолетов. И с каждым днем растет число тех, кто хочет переехать в Турцию на ПМЖ. По Анталии мы получаем конкретный запрос – подобрать недвижимость именно для постоянного проживания. Семьи с детьми хотят переехать в Анталию и остаться жить здесь. Они хотят остаться в Анталии, чтобы обеспечить будущее своих детей. Анталия популярна у тех, кто любит жить в больших городах, и семьи с детьми школьного и подросткового возраста, которые задумываются об их будущем образовании. Плюс проекты в Анталии газифицированы. Это большое преимущество, так как те, кто проводил тур зиму, знают, что кондиционеры плохо спасают. Сейчас мы презентуем новые проекты, чтобы удовлетворить этот запрос. Отходим от береговой линии и движемся в те районы, которые застраиваются комплексами для постоянного проживания. Сегодня у нас на обзоре именно такой проект. Инвестиционный проект в районе Унжалы, Коньялты от крупной строительной компании «Анталия». Унжалы еще называют районом для богатых, так как в основном преобладает застройка комплексами премиум-класса. В этом районе проживают обеспеченные турецкие граждане, и в последнее время его облюбовали иностранные инвесторы. Расстояние к набережной Коньялты 2,7 километра. Рядом проходит основная улица Гази Муста Кемаль, бульвар с ресторанами, кафе, магазинами, аптеками, банками, множеством парковых зон. Фермерский рынок по четвергам в 5 минутах езды, остановки общественного транспорта 200 метров. В районе две частные поликлиники «Олимпус» и «Мейдан». Комплекс состоит из двух жилых блоков, сохраняемой закрытой территорией, плавательным бассейном и крытой парковкой. На продажу выставлены 4 типа квартир различных планировок. Квартиры 2 плюс 1 общей площадью 90 метров квадратных, кухня, объединенная с гостиной открытого типа, две спальни, санузел и балкон. Квартиры 3 плюс 1 общей площадью 150 метров квадратных, отдельная кухня, гостиная, 3 спальни, 2 санузла, балкон. Пентхаусы 4 плюс 1 общей площадью 200 метров квадратных, отдельная кухня, гостиная, 4 спальни, 3 санузла, балкон и терраса. Пентхаусы 5 плюс 1 общей площадью 210 метров квадратных, отдельная кухня, гостиная, 5 спален, 3 санузла, балкон и терраса. В стоимость квартир входит чистовая отделка, встроенный кухонный гарнитур, вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, кондиционер в каждой комнате, система подогрева полов, роль-ставни на окнах и видеодомофон. Строительная компания предоставляет беспроцентную рассрочку платежей сроком до 12 месяцев после 60% оплаты. Официальная сдача проекта – ноябрь 2022 года. Чтобы узнать еще больше информации о данном предложении, заходите на наш сайт rasproperty.ru. Номер объекта 9798. Цены начинаются от 160 тысяч евро. И с каждым днем цены растут, а через год цены возрастут до 30%. Напоминаю, первоначальный взнос составляет 60%, и до окончания строительства действует беспроцентная рассрочка. Успейте воспользоваться данным предложением. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры. Обязательно напишите в комментарии ваши вопросы об Анталии, о данном комплексе. Мы обязательно на них ответим. До новых встреч!